Дорогие друзья, здравствуйте. Прошли у нас все розыгрыши, дни рождения, все закончилось. Начинаются трудовые будни. Какой ветер дует. Все, кто купил абонемент в школу, проходите и регистрируйтесь уже, чтобы сейчас, если у вас какие-то проблемы есть, чтобы сейчас их решать. Потому что через неделю у нас начинаются занятия, и я могу не успеть вас пустить в школу. Поэтому заходите, регистрируйтесь сейчас, и если у вас какие-то возникнут трудности, будем их решать. Далее вопрос был про то, будет ли это повтор куколки. Нет, это абсолютно новая кукла, абсолютно новая выкройка, все новое. И мне она сейчас, на данный момент, больше всего нравится. Больше всего нравится шить таких кукол. Вот, то есть я экспериментатор, я ищу все всегда новое. Учусь у новых мастеров. И еще какие вопросы были. Если вы не сможете купить бифлекс, то его можно заменить очень, знаете, вот такой есть трикотаж, как лапша. Он такой сильно-сильно тянущийся. Вот его можно заменить таким. Потому что мы будем формировать лицо, и его можно сформировать только из сильно тянущегося трикотажа. Белый ангел подойдет на тело. Ну, это очень дорогой вариант, если хотите. Некоторые говорят, что куклы выходят дорогими. Я вам скажу, что это не так. Себестоимость куклы, ну, я вам расскажу на мастер-классе все, сколько стоит кукла. Вы упадете. Самое дорогое в кукле — это дресс. Так, ну что еще вам сказать? В общем, кто еще не в школе, приходите в школу, и мы с вами будем шить в первом классе новую куклу. В клубе совсем по-другому немножечко все обстоят дела. Вы покупаете доступ, и там находятся все материалы абсолютно, кроме этой куколки Элеоноры, которую мы будем шить, она новая, и на нее доступ отдельно. И уроки будут по-другому построены. Не, ну я вам уже рассказывала, вы все знаете. То есть не сразу все материалы кучей на вас, а по чуть-чуть дозированно. Что-то такое чувство, что я вам что-то не сказала. Ну, а лето прошло плодотворно. Мы практически достроили первый этаж весь. Осталось обои доклеить и переехать. Что еще? Еще. Ну, начинаются трудовые будни. Летом я шила мало. В основном только идеи ничего. Идеи приходили, потому что шить было некогда, сразу скажу. Лето — это такой, как это назвать-то, затишье у меня летом. Хотя был один заказ из Арабских Эмиратов. 20 куколок ей надо было, маленьких, на брелочках. Но я, честно скажу, я такое не люблю шить. Такой массовости. Не мое. Этот заказ ушел к кому-то другому, видимо. Ну, мои хорошие, мои любимые. Что-то я вам не сказала, но я вам еще расскажу, все в школе все буду рассказывать, и до новых встреч. Будут у вас вопросы, задавайте под этим видео. Я на все, честно говоря, даже не успеваю ответить. На почте завал. Я вас люблю. Пока-пока.